А как до Арбата дойти? До Арбата вам надо. Ой! Давайте я вам свою пересадку роговицы сделаю. Всем привет, ты смотришь PSTV. Сегодня мы решили разыграть прохожих. Притворившись слепыми и с кучей бабла, друзья. Поехали! Че, первый день что спал? Что ты так говоришь? Да. Че, внезапно ослеп, пойдем. Помоги. Подождите, что, у вас деньги падают? Какие деньги? Деньги, вот у рюкзака полные деньги, вот пачки денег. Вы что? Помогите, пожалуйста. Да, прям это самое, прям это самое. Вот. Сейчас я помогу вам, да, это самое, нормально. А что у вас так много денег-то, и вы так без охраны, без ничего? Меня попросили их донести, Махмуд меня убьет за то, что пакет открылся. Да вы несите куда-нибудь в другое место, и вам будет хорошо. Я не могу так. Я реально не могу так, мне просто попросили это сделать. Возьмите операцию, сделайте или все, смотрите, сколько денег. Давайте я вам свою пересадку роговицы сделаю, и у вас будет один глаз работать, и у меня будет один раз, а деньги пополам. Я боюсь этого, я не могу реально. Я этого реально Пойдемте, очень боюсь. Вам куда? Мне до Курского вокзала, вот там вот где электрички. Совершенно рядом. Проводите меня, пожалуйста. Ну, я иду, да. А сколько вы вообще слепой-то? Я с самого рождения слепой. А, то есть, может быть, операция еще и не получится, да? Ну, я ходил в свое время по врачам, но тут, знаете, мне сказали, что это без шанса. Подождите, а как вам дали у себя такую честность, что вы деньги, такое громадное количество, несете все-таки по адресу, а не спрячетесь куда-нибудь? Еще? Мне угрожали. Извините, вам чем-нибудь помочь? А как пройти до Арбата? До Арбата вам, получается, нужно идти прямо, доходите до... Ого. Я курьером работаю, мне нужно помогите, пожалуйста, да, все да, собрать. Конечно. А где чемодан? Вот. Спасибо большое. Все, спасибо, дойдешь, спасибо большое. Хорошо. Ага. Да, я на купюру. Какую купюру? А? Мне кажется, там не настоящие купюры. Там просто настоящие с ненастоящими поставили. И... Вам помочь? Деньгами надо? Да. Сколько? Пиво взять. Ну, на пиво у меня большие купюры. Одну дай. Одну стопку или одну купюру? Одну купюру. Не, я так не смогу. Я же не вижу ничего. Откуда я узнаю, ты сможешь забрать или нет? Да нет. Подожди, подожди. Что нормально. Ты делаешь? Одну купюру просто для понта, дай. Не настоящую? Нет, не настоящую. А как я узнаю, ты настоящую взял или не настоящую? Я просто курьер, и там настоящие с ненастоящими стоят. А ты сейчас куда? Так. Я так прямо. Охрана, у него полный чемодан денег. Проверьте, пожалуйста, откуда в него. Имитирует слепого. Что за дела? Давайте откроем, покажем ему. Давайте не будем. Не будем? Нет, да. Зачем она нужна, как бы сказать? В смысле, проверять на... Не, ну потому что это самое, ну как-то это самое подозрительно, что полная пачка полных денег, это там вдруг это самое преступление вы сможете раскрыть, потому что я пообщался, и человек как-то темнит вообще-то. Он говорит, что за ним следят. Мне нужно дойти, мне нужно пойти. Пусть проходит, если, например, какие-то люди подозрения. Извините. А как до Арбата дойти? До Арбата вам надо. Ой! Пошли, пошли. Вам помочь может? Куда вы идете? Мне нужно в метро. Это в другую сторону дальше. Немножко не туда идете. Давайте. За руку. Ой.
Так. А что, поможешь, донесу? А? Чемоданчик. Мы уже помогаем, помогаем. А, что случилось? Просто там... Мам, денег дофига? Да, я курьером просто работаю. Сейчас, тут близко, возле... Просто углом там. Что? Блин... Что, по-моему, собрать надо? Давайте можете... я понесу. Можете закрыть как-нибудь чемодан? Я просто... Ребят, там все четко, да? Вы ничего не брали, точно? Да нет, все лежит. Мне к метро нужно, на самом деле. У вас открылось. Это явно подстава такая. Не упасть. Откуда тебе так? Мне метро надо. Метро надо? Да. Метро не в ту сторону надо тебе. Вы не можете мне дать? Что? А вы не можете купюру мне дать? А, если я тебе купюру дам, меня заказчик убьет. Что за заказчик? Я курьером работаю. А, курьером? Ну, да. Тогда удачи, все. А что ты мне поставил? А? Друзья, спасибо большое, что посмотрели это видео. Нам нужна ваша активная поддержка. Подписываемся на канал, ставим большие пальцы вверх. Наш инстаграм вот тут, туда тоже также нужно подписаться. И смотрим следующее видео, где мы с Фаризом раздали целых 10 Apple Watch. Пока! Как в сторону метро дойти? Здравствуйте. А, в метро? Да. Давай, да. А? Давай проведу. Хотя я, правда, сам точно не знаю, но вижу. О, это метро какое? Мне нужно встретиться с человеком. Возле метро? Да. Ну вот тогда здесь я стою, здесь я как раз площадь. Хотя, непонятно. Ладно, давай.